Всем привет! Сегодня у меня в ремонте микроволновка Рейнфорд. При включении секунд через 10-15, может быть, начинает появляться такой едкий запах проводки, пахнет гарью. Микроволновочку я уже вскрыл, проблему я обнаружил, сейчас покажу. Так, вот они основные элементы микроволновки. Магнетрон, высоковольтный трансформатор. Ну и в общем проблема с трансформатором. Очень частая проблема, когда появляется очень сильный едкий запах, то это проблема с обмоткой высоковольтного трансформатора. Здесь я сразу потрогал вот эту обмотку, то есть отключил. Потрогал, и она очень была горячая, то есть сильно нагревается, естественно, лак выгорает, появляется запах. Давайте мы его проверим, покажу сопротивление на первичной обмотке, вторичной высоковольтной обмотке и покажу на исправном трансформаторе, какие должны быть показатели. Отсоединил я все провода с трансформатора. Вначале проверяем вот эту первичную обмотку, на нее подается напряжение 220, она намотана толстым проводом, поэтому сопротивление здесь несколько Ом будет. Около 2 Ом получается. 1,8. Так, теперь нужно проверить тоже на корпус, чтобы не было пробито. В общем, нормально. Эта обмоточка целая. С ней все в порядке. Сейчас проверяем вот эту высоковольтную обмотку. Вот он получается, вывод с нее один и другой вывод на корпусе трансформатора. Вот он, на корпус заклепанный. Сейчас тоже проверяем сопротивление этой обмоточки. Один щуп на корпус, другой на трансформатор. Вот он, 44 Ома. Обмотка – это явный признак того, что трансформатор работать будет некорректно, и по факту эта обмотка и сильно нагревается. Трансформатор под замену. Так, вот тут еще есть в этом трансформаторе обмотка на накал магнетрона. Вот она сюда, вот эти контакты подключаются. Но с этой обмоткой проблем обычно не бывает. Тут несколько витков, она наматывается между первичной и вторичной обмоткой, поэтому ее я не прозваниваю. Сейчас покажу на рабочем трансформаторе, какое должно быть сопротивление. Первая у нас первичная обмотка. Проверяем. 3,5 Ома. 3,3. Это нормально. И вторичная обмоточка и на корпус. Вот 222,5 Ома, то есть это нормальные пределы. Пределы в районе 200 Ом, 170 нормально. Если меньше 100, там вот в районе 50-60 Ом, то уже это явный признак того, что трансформатор будет работать некорректно. Ну и в моем случае появился сильный запах, то есть перегревается обмотка. Сейчас буду менять трансформатор, так что в этом видео как раз хотел показать, как можно проверить трансформатор. На этом все, всем пока.